друзья, напилил я тут в Леруашечке заготовок. Готовимся мы к новому проекту. Будет у нас П-образная кухня с ногой. Будет барная зона и еще будет нога тоже из бетона. Кухня у нас будет П, но состоять она будет у нас из прямой и Г. Сейчас будем собирать вместо нашего стыка, потом будем его шлифовать. Торцевые части тоже у нас здесь изолировали с помощью скотча, потому что вздуются. Так у нас дело собирается, вот все у нас здесь изолировано. Так получилось, что я решил больше не снимать подводки, снимать просто производство на таймлапсе. А оказалось, что вам нужны рассказы, подводки и все это в духе. Попросили. И поэтому я опять, сделав опалубки, не показывая процесс, сейчас расскажу. Такая кухня. П-образная. Зона прямая, цельная, вот эта с мойкой. Вот она у нас. И будет эта Г-образная часть. Вот она у нас. Варочная поверхность на две конфорки и полубарная стойка, такая высоты 85. Закладная под ногу, потому что будет бетонная нога. Вот бетонная нога у нас, отделяющая пространство, и у нее тоже закладная для крепления. Крепим через угол, профильный угол, соединяем конструкцию. Формирование происходит с помощью стеклосетки. Стеклосетка 10 на 10, сантиметр на сантиметр сеточка. Вырезаем слой. Можно вырезать глаз. Как говорится, лишнего не будет. И армирование происходит с помощью стеклофибры, которая добавляется в раствор, в смесь. Чтобы наша конструкция не была излишне тяжеловесной, мы вот в эти крайние части накладываем пенополистирольные листы. Вон те толщиной двушку. У нас высота у столешницы 4, соответственно, в пол высоты. Тем самым облегчаем вот эти вещи. Но вот в этом месте должно быть цельное тело. Потом переходит вот сюда четверочка, здесь цельное тело и сюда четверочка. Здесь у нас вырезается кран, потом, для того, чтобы при доставке здесь не лопнуло, мы по месту вырежем отверстие с помощью коронки алмазной. А вот это все остальное дело у нас наполовину в толщине. И здесь по краям тоже борты четверки, для того, чтобы при укладывании на мебель у нас была по крайней части единая толщина. То же самое нужно будет провернуть и с вот этой частью, с нашей Г-шечкой. Стык проклеил я скотчем. Потом мы его будем убирать, вышлифовывать. Загерметизировали мы швы, нашими стеками прошли, все почистили. Наши вкладки из П
ПВХ листов, четверка, двойка сильно тонкая, четверка самая идеальная. Подпорки для того, чтобы завала внутрь не было, здесь тоже герметиком прошли, все закрыли. Ну что рассказать? Наверное, больше нечего. Нужно приступать к замешиванию смеси и коплевки. Поехали! Цвет и песок замешиваются в пропорциях 1:1. Смесь я добавил пластификатор, суперпластификатор Melflux немецкого производства. Его добавляется 0,25%. Здесь по 30 кг цемента и 30 песка, 60 кг смеси. И добавил акрила Акронал 430, сухой в виде порошка, добавляется 1%. Это от 30 кг цемента получается 300 грамм. Ну что, замешиваем с водой на оплевку. Давайте плевать. С помощью текстурного пистолета наносим лицевую поверхность. Пистолет у нас с принудительной подачей давления к соплу. Всегда перед нанесением на лицевую поверхность я делаю пробную оплевку. На панельку. Для того, чтобы понять, насколько правильно замешанная смесь, консистенция ее. Можно это делать и не туда. Смесь держится на поверхности, на вертикальной, соответственно, она будет хорошо укладываться в нашу форму. Для того, чтобы, если какие-то остались пузыри непроклеванными, они у нас ушли во время процесса проминания кисточки. Мы берем кисть, самую обычную, и мочим ее водой и равняем. Вот так начинаем натирать вот это все дело, для того, чтобы, если где-то что-то осталось, оно у нас вот не проплевочка у нас тут чуть-чуть, чтобы оно у нас все ушло. Самое главное у нас это углы. Они хуже всего всегда проплевываются. Замкнутое пространство. Смесь может не укрыться там хорошо. Поэтому к углам нужно больше всего трепетное и тщательное отношение. Гэшка сделана, все поправлено. Ей надо схватиться немножко. Сейчас пойдем делать ногу и мойку. Thank you.
Все, у нас все поправлено, все промазано аккуратно. Если пузырьки какие-то не доплевались, то они у нас прожмутся с помощью кисти, их не будет. Следующий этап – это замешивание оставшейся смеси с фиброй и метод так называемого премиксинга – нанесение вручную на эту поверхность. Теперь будем делать зону с мойкой. Наносим лицевой слой, потом укладываем сетку, потом кладем пенополистирол, нарезанный предварительно, и закладываем края. Прямая готова. Смотрите, уровень выше. Почему выше? Потому что потом мы по опалубке будем идти алмазным диском и правилом проверять и выравнивать эту всю поверхность, чтобы она стала у нас ровная. Сейчас будем делать Г-образную часть. Все готово, и самое главное в конце накрыть полиэтиленом. Пусть это сохнет 2-3 суток. Полиэтилен нужен для того, чтобы медленно выходила влага. Чем медленнее выходит влага, тем бетон лучше набирает плотность, прочность. Если влага быстро уйдет, могут возникнуть и микротрещины. Все высохло. Ну как высохло? Вон тут сколько воды у нас. Пум-пум-пум. Сейчас мы будем снимать вот эту верхнюю часть, равнять нашу нижнюю поверхность, чтобы на мебель у нас все идеально хорошо легло. Вот такая у нас поверхность. Не проплеван угол. Угол какой? Не очень хорошо проплеван, но здесь паста это все восстановит. Пошлифуем, это дело уберем. Где такая козявка? Нет, только один не проплеван. Все остальные проплеваны. Ногу. Потом пойдем на гэшечку. Правилом промерили нижнюю плоскость. Вот здесь во внутряшках не обязательно. Но если здесь у вас будет пузырь, наоборот, тогда у вас будут шататься крайние части. И это уже чревато тем, что вам придется на объекте уже поправлять эту историю. Все хорошо в общей массе. Значит, у нас идет на шлифовку наш скотч, стык в середине. Здесь кистью надо было лучше работать, тогда бы вот такого количества пузырей бы не было. Еще какая-то беда вот непонятная вообще, что это такое, что за разлом Ниагары. Это тоже можно пошлифовать. А в общей массе все хорошо, практически без спор. Хороший результат. Часть с мойкой отшлифована и нога отшлифована. Стоят, сохнут. Лучше всегда сушить на торце. И перевозить тоже на торце. Сейчас пойдем шлифовать Г-образную. Мокренькая. Гладенькая. Промежуточный этап, примериться, прикинуться. Выглядит это все следующим образом. Вот такая конструкция получается в итоге. Кайф?
Я думаю, кайф. Паста у нас из той же самой смеси, из которой отливалась сама столешница. Все непроблевки, все поры нам нужно будет промазать. Наносим жирненько, не стесняемся. Предварительно намочить надо, чтобы адгезия была лучше, чтобы паста сразу полом не вставала. Потому что бетон из пасты будет сразу забирать влагу, паста будет сразу высыхать, становиться твердой. А мне надо, чтобы она какое-то время была пластичной. После пасты вторая шлифовка. После второй шлифовки мы будем сейчас заниматься процессом флюатирования. Флюаты, фторосиликаты повышают прочность бетона в 5-7 раз. Так, друзья, в общем, раскатал я, все ровненько, все пусть впитывается, воняет фтором жутко. Короче, рассказываю, что такое флюатирование. Это процесс химического воздействия растворимыми фторосиликатами, флюатами, на негашенную известь, выделяющуюся при твердении цемента. В общем, фторосиликат гасит активную известь, превращая ее в пассивную, и в результате образуется фторид кальция. Он твердый и химически стойкий. И кроме того, еще образуются твердые силикаты в этом процессе, которые повышают твердость бетона. Мойка у нас с нижним подключением. Сверлил, вклеил я вчера закладные. Просох клей. Сейчас будем собирать эту конструкцию. Выглядит это следующим образом. Вклеил я закладные винтами под шестигранник и шайбами притянул. Там еще будет проклеиваться герметиком. Сперва намазываться герметик на поверхность, подниматься, прижиматься. И лишки все будут убираться шпателями силиконовыми. Вот так это выглядит. Считаю, что очень прикольная история. Сейчас будем покрывать грунтом ПУ «Люкс». Раскатывать ровным слоем. Грунт глубокого проникновения до 5 мм. Соответственно, он связывает нашу лицевую поверхность, делает ее жестче, повышает адгезию. Прошли сутки, грунтовочный слой высох. Он имеет глянцевую основу. А лак у нас будет глубоко-глубоко матовый, всего 2-7% глянцевости в нем. Укрываем. Первый слой лака высох, наша суперматовая поверхность. Между слоями должно пройти часов 17-18 для хорошей адгезии, но не больше 24 часов. Решетка для меня является основополагающей вещью при транспортировке. Я не транспортирую без хорошей обрешетки. Подложку шестерку кладешь, условно сантиметр, это по двадцатке, и столешница 4 получается 90. И получается вот такая конструкция. Мы нарезаем доски, здесь этой же самой лентой собираем Г, внешние Г, внутренние Г, и этими П-образными загнутыми лентами соединяем, как скобами, эти гэшки и скручиваем на саморезы. Внутри пенополистирол. Это пенополистирол, чтобы торцевая часть не обилась об металл. Короче, все, мы приехали на установку. Вот такая у нас мебель. Я вам до этого ее не показывал. Посудомойка у нас с этого края стоит. Варочная на две. Такая мебель. Сейчас будем заноситься и устанавливаться.
Все, друзья, зафиналено, закончено. Результат такой. Если вы хотите такую бетонную столешницу, то милости просим, пишем в директ. Или не в директ, или на почту. Здесь по этой части всей будет фартук. Здесь шовчик мы убрали. После фартука нужно будет, соответственно, все загерметить. Но это уже потом. Но на данный момент весь проект выглядит следующим образом.